На стройплощадке 4-го моста через Обь начали монтировать сваи. Не вбивать, уточняют специалисты. Работать приходится со сложными инженерными конструкциями диаметром до 1,5 метров. И не только из-за этого технологического этапа строителей 4-й переправы можно назвать первопроходцами. О том, чего в Сибири еще никогда не делали. Наш следующий сюжет. В наземной части пролетные строения от 72, то именно в водной части порядка 127 метров будет длина и пролетных строений. Пролетные строения – это вот такие огромные металлические конструкции. Сейчас на складе 7,5 тысяч тонн. Это только первый этап. Их станут надвигать одна за одной на опоры, которые стоят на сваях. Третья, четвертая свая, они на скальных породах. Глубина свая здесь порядка 8,5 метров. Дальше, где грунт более, это самое, ну, плохой, где скалы нету, там сваи забиваются на глубину до 26 метров. Диаметры тоже разные. От 1200, здесь 1200 и 1,5 метра. Землю бурит специальная машина, а потом в глубоком колодце работают плотники-бетонщики. Это называется обсадная труба. От слова «обсаживать» ее погружают в грунт, внутрь устанавливают металлический каркас, потом заливают бетоном и трубу просто вытаскивают. Это такая своеобразная опалубка для бетона. Таких опор по проекту 16, и две из них непосредственно в русле Оби. Их начнут строить осенью, чтобы не мешать навигации. На левом берегу появится специальный причал, а в фарватере установят баржу. Дальше дело техники. С баржи 100-тонным краном погружаем шпунтовое ограждение, засыпаем шпунтовое ограждение песком, строим некие платформы для захода буровых машин. На платформы заходят буровые машины, выполняют те же операции, которые вы наблюдаете сейчас, строят буронабивные сваи. Мост, у которого еще нет названия, откроют через 3 года. Сделают развязки на обоих берегах. Под Транссибом проложат еще один тоннель, и площадь труда избавят от пробок. Но за все это водителям придется заплатить. Безусловно, он будет платным. Эксплуатация его рассчитана на 20 лет. Ну, ориентировочная стоимость оплаты составляет 100 рублей за проезд по данному мосту. В течение 20 лет? В течение 20 лет. Проект очень сложный. Рядом стойка канализации будущего Ледового дворца, в створе моста исторические памятники. Все это пришлось учитывать, а заодно экономить. Чтобы уменьшить транспортные расходы, рядом построили 2 бетонных завода. В ближайшее время у них будет много работы. Сергей Толмачев, Алексей Баженов, новости ОТС.